В День Победы в Сургуте состоялся масштабный пробег «Бессмертный автополк». В единую колонну выстроились более 300 автомобилей и 100 мотоциклов, украшенных знаменами Победы, флагами России и Югры. Участники проехали по городу, после чего взяли курс на Лентор. Перекрывать оживленный Югорский тракт не стали. Колонну участников сопровождали инспекторы ГИБДД. Протяженность автопробега составила 100 километров. Маршрут пройдет от Ледового дворца через Мемориал Славы до Дворца искусств «Нефтяник» и затем продолжится до Мемориала Славы в городе Ленторе. На ДИ «Нефтяник» перед выездом на город Лентор будет молодежный флешмоб, будут волонтеры, молодежь, встанет растяжка, бессмертный полк. Участники бессмертного автополка таким образом отдали дань уважения родственникам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Многие разместили портреты ветеранов на своих автомобилях почти в память героев нашей Родины. Добавлю, что столь масштабный и протяженный автопробег, ставший межмуниципальным, прошел впервые. Мое участие в этом великом празднике – дань памяти о том, что происходило в тех годах, потому что это достаточно... Была великая война тех годов, тяжелая, много было потерь, но все же она оправдала себя в плане того, что победил фашистского немца, удавили их. И вот она память нашим героям.